Друзья ангелов. На вражеской территории. Часть первая. Какой огромный город! Да! Мы уже все осмотрели и пока что ничего не нашли. Газ, хоть бы что-нибудь новенькое сказал. У меня ноги болят. Он прав. Эта ангельская обувь меня доконает. Они такие неудобные. А у меня болят рога. Они у меня не приучены к бинтованию. Я все понимаю. Постарайтесь не раздражаться. Нам надо найти карту. Ты смеешься? У меня сейчас голова взорвется. Как я могу не раздражаться в этом море доброты? Игнатий Щедрый, покровитель и защитник бедняков всей планеты. А на эту посмотрите. Арабелла МакАнгел. Наша любимая, мудрая и щедрая наставница и учительница, которая знает все на свете. Меня от них просто тошнит. Послушайте, я знаю, что это тяжело. Напротив. Это произведение искусства великолепно. Эй, ангелы, вы хотите это обсудить? Обсудить? Но зачем? Затем, что я... Кабали, не обращайте на нее внимания, она такая шутница. Как это мило. Вы в первый раз в этом музее? Первый и в последний. Прекрати. Он такой большой, что мы заблудились. Вы нам не поможете? Конечно. А что вам нужно? Только один экспонат. Мы ищем древнюю карту. Ну, это просто. Карты находятся на третьем уровне. Отлично, спасибо. Газ, пойдем. За работу. Давайте, я вас здесь подожду. Чем раньше мы ее найдем, тем быстрее вернемся в школу, чтобы попасть к обеду. О, ну если так... Надо было только спросить, и проблема разрешилась. Похоже, ты рано обрадовался. Что такое? Какая из них указывает путь к храму Вета? Ничего себе! Но мы ее найдем. С чего начнем? Ваше здоровье. Сладкая, не зажимай нос. Это выглядит подозрительно. Если я не буду зажимать, вонь этой крысоловки меня убьет. Сладкая права. Этот запах невыносим. Если кому-то нужен дезодорант, я спрятала свой в букете. Нет, это может нас выдать. Мы на вражеской территории. Ангелы, сосредоточьтесь. Нам нужно найти карту. Только давайте побыстрее. Я не знаю, насколько меня хватит. Ладно, давайте спросим бармена. Может быть, он знает, где находится карта. Простите, сэр. Это ты мне? Ну да, конечно. Я что, похож на сэра? Да какая разница? Это просто обращение. Ха-ха, понятно. Это юмор. Что будете пить, девочки? Простите, но нам не положено. Нашим посетителям все положено. В таком случае, что-нибудь легкое и освежающее. В чем дело? Что я такого сказала? Легкое и освежающее. Вы это слышали? Девчонки чокнулись. Мы просто шутим. Дьяволы с чувством юмора. Супер! Хм?
Первые четыре сидра за счет заведения. Давайте, глотайте, пока он горячий. Что будем делать? У нас нет выбора, надо пить. А если нам будет плохо? Знаете что? Это вкусно! Эй, бармен, ты хочешь, чтобы я умерла от жажды? Давай вторую порцию. Карта сотни самых красивых мест планеты. Как там у вас? Нашли что-нибудь? Эй! Я нашел карту самых лучших ресторанов. Оставь ее себе. Мы просмотрели все. Но нашей карты тут нет. И что теперь? Раф называла еще одно место. Небесный зеленый сад. Должно быть, это вход. Ты уверен, что мы не тратим время впустую? Раф отметила это место на карте. Не понимаю. Зачем вообще прятать карту в саду? Мы можем спросить ее. Ива, которая все знает и все нам расскажет? Ну, спросить ведь не больно. Гас, ты гений! Ангелы, друзья! Вместе навсегда! Я же говорила, что сидр вкусный! Точно! Изысканный вкус! Пара порций, ты забываешь про всю эту вонь! Да, ладно, теперь за дело. Бармен, можно вопрос? Смотря какой. Мы с подружками интересуемся, где может находиться половинка карты, на которой указан путь к храму Вета. Путь к Вету? А зачем вам это? Не твое дело. Да, кто тебя вообще спрашивал? Брут знает все про наш город. Значит, он может нам помочь. Дьяволы никогда не предлагают помощи, и вы должны это знать. Хорош болтать. Если знаешь, где карта, выкладывай. Спокойно, детка. Я хочу получить кое-что взамен. О чем это ты? Брут любит состязания. Да, и готов спорить, что вы проиграете. Что, шашки? Мотоциклы. За рестораном есть гоночная трасса. Но у нас нет мотоциклов. Если будет пари, я вам одолжу. Ну что, договорились? Давай уточним. Если ты проиграешь, то скажешь нам, где найти карту. Правильно. Но если выиграю, я точно выиграю. Ты станешь моей личной рабыней. Эй, Брут, тебе что, меня мало? Раф, не надо. Это слишком рискованно. Раф, если ты проиграешь, то навсегда останешься в этом городе. Я не могу отказаться. Мне нужно узнать, кто держит в плену мою маму. А для этого мне нужна карта. Я согласна. Приготовься глотать пыль, детка. Вот, это Ива. Если она все знает, надо встать в очередь и задавать ей вопросы. Здесь никого нет. Не совсем. Я страж этого места. Тогда почему вы прячетесь? Ну, потому что здесь не совсем безопасно. Только не говорите, что вы боитесь дерева. Вообще-то да. И вам тоже нужно бояться, если вы собрались задавать ему вопросы. Так я и знала. Это обман. Кто вообще слышал о дереве, которое знает все? Но это правда. Ива знает все. И она вам все скажет, если вы пройдете испытание. Что за ч... о чем вы говорите? Перед тем, как ответить, Ива задаст вам три вопроса. И если вы ответите неправильно, вы превратитесь в растение. Газ, ты куда? Я не хочу превращаться в растение. Из тебя бы вышел неплохой кактус. Вот об этом я и говорю. Кому охота торчать в этом саду? Ты прав, но мы все равно должны попробовать. Вы готовы? Хорошо, Ива, задавай нам вопросы. Удачи, ребята, я подожду в сторонке. Первый вопрос. В чем заключается правило вето?
Это просто. Ангелам и дьяволам запрещено касаться друг друга и влюбляться друг в друга. Ответ правильный. Да. Да. Ерунда. Давай, деревце, слушаю тебя. Второй вопрос. Что является самым важным для смертного? Это еда, правильно? Они не такие, как ты, Газ. Хватит, отвечай на вопрос. Я знаю. Это свобода воли. Возможность выбирать между добром и злом. Ответ правильный. Здорово, Кабала. Нас не победить. Третий и последний вопрос. Кто был первым ангелом, победившим дьявола? А? Не хочешь пожелать мне удачи? Нет. Раф, ты сможешь! Мы с тобой! Мне нужно выиграть эту гонку, иначе я застряну в городе Мэтч на веки вечные. Гонщики, заводите моторы! Итак, на счет три. Поняли? Раз, два, поехали! Эй, он уже стартовал! Да это обман! Ну и что? Он же дьявол! Итак, первый ангел, победивший дьявола, это... Я никогда об этом не слышала. Может, это вопрос с подвохом? Мое терпение истекает. Мне нужен ответ. А можно попросить другой вопрос? Это неправильный ответ. Но мы же еще не ответили! Готовьтесь! Сейчас вы станете растениями. Moments it grows.